Alcatel 5042D. Да, 5242D. Я еще вроде какая-то 5042K, она на МТК единственная модель, а все остальные 5042, они все на Qualcomm. Вот в этом аппарате, если его начать трогать, начинают сыпаться ошибки. Из-за чего не знаю. Часто у Qualcomm виновата в этом память, очень часто. Но без прошивки все равно ничего не поймешь. Значит, первое, что хотел показать. Хард-резет на нем. Он есть на канале уже, но лишним он не будет. Две клавиши одновременно. Плюс и питание зажимаете, держите две клавиши. Экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Держим долго, пока не появится что-то похожее на рекавери. Загорится вот такое меню. Выбираем английский язык. Выбираем строчку Wipe Data Factory Reset. Нажимаем питание. Опускаемся до строчки Yes Delete All User Data. И нажимаем питание. Но я сброс делать не буду, потому что я сейчас его прошивать буду. Я ему прям на горячую вытащу батарейку. Ничего с ним не случится. Я думаю, что он переживет. Еще какая-то полоса снизу белая была странная, непонятная. Значит, теперь его нужно перевести в режим прошивки и на компьютере кое-что сделать. В режим прошивки вот как переводится. Плюс-минус и подтыкаем компьютер, и он сам переведется в режим. Вам останется только поставить драйвера. Я вам рекомендую открыть тему аппарата на 4 ПДА Alcatel OneTouch 5042, POP2 и раздел прошивка. Открываем прошивки, открываем официальные прошивки и смотрим, что здесь есть. Но здесь все для кастомного рекавери, поэтому я рекомендую вот такую утилиту. Драйвера и утилиты, Mobile Upgrade. Открываем сайт alcatelmobile.com, русский язык, раздел Support. Выбираем нашу модель, у нас это 5042, но она, знаете, она здесь будет подписана не цифрами, она у нас будет подписана вот так, POP2 4.5, ну это наша модель. А так как у нас на Qualcomm, то Mobile Upgrade Q. Qualcomm-овская версия, скачиваем ее. Если вы, конечно, у вас сервис авторизованный, то вы знаете, что лучше прошить его шугаром для Qualcomm, но он включится только уже с подключенным телефоном. Сейчас еще новый вышел, вчера или позавчера, я вот ее скачал, Goto 2, так же, как у МТК есть такая же, вот. Ну ладно, это для тех, у кого авторизация, я вам хочу показать домашний вариант. Скачивайте эту программу, везде далее-далее совсем соглашаемся, у нас становится такая программа. Версия, она будет 5.1.8. Выбираем язык русский. Она, кстати, предложит вам установить драйвера. Если вдруг драйвера не ставятся, по ссылке в описании есть мое видео, как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете ее, заново ставите, и драйвер должен будет поставиться. Тут все, конечно, не по-нашенски, тут все цифры все перемешаны, находит свою модель, вот видите, она там среди 70-х. 5042, далее, обновить ПО телефона, продолжить, и быстренько, он дает там 15, по-моему, секунд на подключение. Я телефон, как помните, выключил, и в выключенном состоянии зажму ему плюс-минус и подключу к компьютеру. Вот вам на камеру, так он выключен. Телефон, как помните, выключил, и в выключенном состоянии зажму ему плюс-минус и подключу к компьютеру. Вот вам на камеру, так он выключен. Плюс-минус и подключаю к компьютеру. Он должен побелеть. Ну, не побелел, отлично. Может побелеть, может белый экран, не пугайтесь. Все, вернемся, теперь идем к компьютеру. Он моргнул у вас, ждем, пока идет сканирование, но он сейчас быстренько должен определить модель. Вот еще в чем отличие от шугара, шугар не будет шить, будет предлагать, если увидишь, что рут-права установлены на телефоне. Дальше, то знаете, какой момент? Вот у меня сейчас прошивка уже скачана, потому что я шил такой аппарат, у меня прошивка должна быть на него. Дожидайтесь, ни в коем случае процесс не прерываем, обязательно ждем 100%. Я, может быть, если он сейчас предложит мне скачивать прошивку, я, может быть, от этого откажусь и выдерну телефон. Но если он сразу скачанный уже мне распаковывать начнет, ну, значит, я прошу еще раз вот этот телефон вам на камеру. Так, конечно, ресурсоемкость у компьютера должна быть высокая. Тут и шить, и качать, и экранку снимать. И желательно, если компьютер не сильно мощный, а у меня на работе не сильно мощный ноут, вот, лучше все это делать по отдельности. Дожидайтесь окончания, не прерывайте. Я для вас, конечно же, все перемотал, потому что что ваше время тратить? Несколько моментов скажу. Если стоит последняя прошивка, он может вам его не прошить, сказать, что у вас доступно, ну, уже установлена последняя, и показать вам фигу. Второй вариант. Если что-то не получается, то обязательно сделать хард-резет потом, шейте. Такое тоже иногда помогает. Лучше всего прошивать через шугар. Шугар даже где-то мне встречался на 4 ПДА с логином и паролем. То есть какой-то балбес его выложил, хотя этого делать нельзя.
Дожидаетесь окончания, он перезагружается, включается. И еще от себя добавлю, что несколько аппаратов на Qualcomm я все-таки вшатывал этой программой. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Ах да, вот вам еще несколько способов и несколько важных замечаний.